Друзья, всем привет! Долгое время для микроконтроллерных применений были доступны только низкокачественные цветные дисплеи, как правило, основанные на технологии TN, имеющие плохую цветопередачу и ужасные углы обзора. И постепенно ситуация начала меняться. Сначала появились OLED-дисплеи, у которых также есть свои недостатки, высокая цена, малое количество типоразмеров и постепенное выгорание пикселей. И совсем недавно начали появляться дисплеи, основанные на технологии IPS. И два таких дисплея сегодня у меня на обзоре. Как видите, дисплеи миниатюрные, один из них квадратный, имеет диагональ 33 мм и разрешение 240 на 240 пикселей, что дает довольно приличную плотность распределения пикселей в 261 ppi. Второй дисплей имеет соотношение сторон 2 к 1, разрешение 160 на 80, точнее 80 на 160, потому что он логически является вертикальным, и диагональ 24 мм. Это 186 ppi. Дисплеи очень тонкие, буквально около 2 мм, если не считать толщину платы. Плата, кстати, по сути пассивная. На ней есть только транзистор, который служит для управления подсветкой. В остальном это просто переходник с разъема на шлейф дисплея. И, кстати, без платы эти дисплеи гораздо дешевле, поэтому для каких-то своих конечных разработок имеет смысл заказывать без платы. Оба дисплея используют контроллеры дисплеев от компании Citronix. Это ST7789 у квадратного дисплея и ST7735 у прямоугольного. Оба этих контроллера, по сути, две модели в одном семействе, предназначены для экранов разного размера. У них многие регистры совпадают, коды команд совпадают, но есть и отличия, что приводит к тому, что процедура инициализации этих дисплеев отличается. А вся остальная работа с дисплеем в принципе совпадает. Работа с дисплеями очень простая. Сначала подаются команды выбора области экрана, с которой будем работать, то есть по вертикали и по горизонтали. После чего дается команда на загрузку цветовых данных и грузятся сами данные, которые заполняют эту выбранную область. То есть можно работать как с дисплеем целиком, так и с отдельными его областями. У обоих контроллеров дисплея есть буфер кадра, оперативная память, которая по сути и отображается на дисплее, из которой мы взаимодействуем по интерфейсу. Также можно держать буфер кадра в микроконтроллере и его тупо пересылать в дисплей, но объем этой памяти необходимый довольно существенный. Например, для вот этого квадратного дисплея 115 килобайт и 25,5 килобайт для прямоугольного. Кроме того, из-за медлительности интерфейса при полнокадровом обновлении мы получим довольно низкую частоту обновления. Чуть позже в демке покажу. Контроллеры дисплеев имеют несколько вариантов интерфейсов для взаимодействия с ними. Это параллельный интерфейс в нескольких вариациях и интерфейс SPI. Но дело в том, что линии параллельного интерфейса не выведены на разъем. Причем это не только за счет вот этой платы, но еще и за счет вот этого шлейфа. То есть никакой возможности для этих дисплеев нет использовать параллельный режим интерфейса. Единственная возможность взаимодействия с ними — это интерфейс SPI. На разъеме дисплея присутствуют линии для подачи питания 3,3 вольта, далее линии клока и данных шины SPI, в данном случае SDA — это линия MACI, то есть для загрузки данных в контроллер дисплея. Далее линия Reset для аппаратного сброса контроллера дисплея, линия DC, которая служит для указания контроллеру дисплея, что в данный момент передается по SPI данные, либо команда. Линия Chip Select и линия BLK, которая служит для включения или выключения подсветки. Как я уже сказал, на плате дисплея есть транзистор, который позволяет при помощи обычного логического уровня на линии BLK включать-выключать подсветку. В том числе можно подать сюда шим и управлять подсветкой плавно. У квадратного дисплея на разъеме по какой-то непонятной мне причине отсутствует сигнал Chip Select. Причем на шлейфе он есть, но где-то на плате он устанавливается в активное состояние, то есть в низкое. И дисплей на шине всегда активен, всегда ждет данные. В принципе, это не проблема в случае, если у вас на этой шине SPI больше других устройств не сидит, только дисплей. Что касается режимов цветности, есть три режима: 12-битный, 16-битный и 18-битный. В 12-битном режиме на каждую составляющую цвета приходится по 4 бита, то есть суммарно 12 бит передается по шине SPI или 1,5 байта, и это указывает контроллеру на цвет одного пикселя. В этом режиме можно отобразить до примерно 4000 разных цветов.
В 16-битном режиме распределение следующее. На красную составляющую и на синюю составляющую приходится по 5 бит, а на зеленую составляющую 6 бит. Это так называемое цветовое кодирование RGB-565. То есть два полноценных байта передаются по SPI, и это указывает контроллеру дисплея на цвет одного пикселя. В этом режиме можно вывести примерно до 65 тысяч разных цветов. В 18-битном режиме на каждую составляющую цвета приходится по 6 бит, и эти данные передаются в виде 3 байт по SPI, в каждом из которых два младших бита не используются. Не очень эффективный, опять же, режим, но зато позволяет расширить цветовой охват. В этом режиме можно вывести до 262 тысяч разных цветов. Наиболее эффективным, на мой взгляд, является 16-битный режим. Его и будем сегодня использовать в демке. Итак, давайте посмотрим на демку. Демка будет на микроконтроллере STM32. Здесь у меня также слот для карты SD, на которую записаны небольшие картинки, которые будем выводить на дисплей. Ну и также есть кнопка для переключения режимов. Итак, первый тест заключается в заливке дисплея одним сплошным цветом. По этому тесту можно оценить, насколько быстро закрашивается дисплей. Если измерить это время, вот для этого прямоугольного дисплея оно составляет 71 миллисекунду при частоте SPI 18 МГц. По белой заливке можно оценить неравномерность подсветки. На самом деле, я надеюсь, что вам видно, есть небольшое затемнение вот с этой левой стороны. Здесь же, кстати, располагается сам светодиод подсветки. То есть по всему остальному дисплею подсветка очень равномерная, а с этой стороны, с левой, немного темнее. Но, тем не менее, не так уж критично это. В целом, все равно неплохо. Далее вывод текста с плавным затуханием за счет яркости подсветки, то есть при помощи шима на линии BLK. Далее вывод текста минимальным шрифтом моноширинным 6 на 8 пикселей. Довольно много текста позволяет вывести данный режим, но текст довольно мелкий. Далее более крупный шрифт, это пропорциональный высотой 16 пикселей. Далее высотой 24 пикселя и 32 пикселя. Далее простой тест вывода 2D графики, простых геометрических фигур. И далее у нас идет вывод фотографий, считанных с флешки. Вот примерно такое качество обеспечивает этот IPS-дисплей. Хочу обратить ваше внимание на углы обзора. То есть да, на больших углах присутствует падение яркости определенное, но тем не менее картинка не инвертируется, она всегда остается читаемой. То есть ну, вот такое вот качество обеспечивает такой IPS-дисплей. Ну и то же самое на квадратном дисплее. Здесь по времени заливки могу сказать, что оно составляет 321 миллисекунду. То есть, обновляя этот дисплей каждый раз целиком, ну, работа с ним будет не очень комфортной, скорее всего. По белой заливке можем посмотреть на неравномерность подсветки. Здесь также присутствует небольшое затемнение по нижней грани. И, судя по всему, здесь и располагаются светодиоды подсветки. Также вывод текста с плавным затуханием за счет подсветки. Вывод мелким шрифтом. Как видите, довольно много текста помещается на такой дисплей. Более крупный шрифт. Еще более крупный. Ну и высотой 32 пикселя последний. Те же самые геометрические фигуры, что и на прямоугольном дисплее. Вы можете оценить, насколько разрешение дисплея больше, чем у прямоугольного. Ну и далее вывод картинок. То же самое здесь с углами обзора. Они здесь очень хорошие. Присутствует падение яркости, но картинка не выцветает, не инвертируется и остается читаемой. Итак, друзья, чтобы хоть как-то примерно сориентировать вас по яркости этого дисплея, давайте попробуем сравнить ее с яркостью экрана Redmi Note 4. Автоматическое управление яркостью выключено, и давайте попробуем примерно подогнать яркость дисплея смартфона к яркости нашего сегодняшнего героя обзора. Слушайте, ну мне кажется, примерно на 50% мы достигаем ту же самую яркость, может быть, на 45. Но это просто такой очень грубый ориентир,
за неимением других каких-то средств измерения. Итак, друзья, потребление квадратного дисплея на максимальной яркости подсветки составляет примерно 31 мА. Потребление прямоугольного дисплея на максимальной яркости составляет примерно 17,5 мА. Ну что ж, друзья, как видите, дисплей не без недостатков, но это всего лишь две первые модели, которые появились на рынке среди дисплеев, изготовленных по технологии IPS. Они уже легко доступные, дешевые и хорошо задокументированные. Но надеюсь, что в ближайшем будущем появятся также и другие варианты. На этом на сегодня у меня все. Благодарю вас за просмотр ролика до конца. Как всегда, всем желаю удачи и успехов. Пока.